любители вязания, приветствую! Меня зовут Настя, и сегодня к вам с необыкновенным платьем, красивым, мне очень нравится оно. Детское платье я вязала на 1,5–2 года, и, предоставив таблицу, вы подставите легко свои размеры и свяжете на ребеночка, которому вы пожелаете. Я очень расклешила юбку в процессе, увлеклась. Вот, вы можете это сделать на свое усмотрение поменьше, потому что реально у меня очень широкая юбка. Она больше, чем солнцеклеш. Вот если ее замерить, то она, ну, не умещается она, конечно, вся в кадр, то она больше, чем солнцеклеш. Ну, большовата юбочка. Вот, ну, уложилась. Что хочу сказать, девчонки, смотрите, вот этот клубочек стоит в районе 100 рублей. Ализе Белла Батик. Батик — это то, что секционно окрашено. Кстати, смотрите, как красиво она ложится. Я еще даже не делала ВТО. То есть намного мягче будет. Она и так очень мягкая. Она сама по себе, даже ее взять в руки в магазине, если пряжу, то она очень-очень-очень мягкая. И вязать из нее одно удовольствие просто необыкновенно. Ну вот столбик за столбиком идет, увлеченно-увлеченно, потому что он растет моментально все это. Я вообще обожаю секционно окрашенную пряжу, рисунок вырисовывается каждый раз новый. Вот, ушло мне на это платье на 1,5–2 года, я думаю, даже на 2,5 пойдет. Мне, к сожалению, не на ком показать. Здесь 100% катон для ребеночка. И толщина, я скажу сейчас, в 100 граммах 360 метров, правильно? Если в 50 – 180. Где фокус? 180, то в 100 граммах 360 метров получается, правильно, да? Вот, это колор 21-32. Ну, это просто самый яркий, какой был. Я вот взяла по 2 клубочка на 2 платья. Второе платье еще не связано. Так вот, что получается, что пару сотен, и вот такое прекрасное платье своими руками можно связать ребенку. Даже если вам понадобится третий клубок, 300 рублей, да? Ну, пожалуй, мы нигде не купим платье из хлопков, 300 рублей, да еще плюс индивидуальное, да? Длину, какую вы хотите, рисунок, какой вы хотите. Здесь, вот чтобы связать это платье на любой размер, я все таблицы, все сюда, все подставите и сможете рассчитать на своего ребенка. Здесь только нужно обладать вязанием, умением вязать столбики с накидом и воздушную петлю. Все, больше никаких навыков для этого платья не нужно. Здесь обычные веерочки, которые у нас растут, растут, растут. Сейчас я вот покажу. Вот они растут, наши веерочки. Просто с каждым рядом, просто немножко мы их расширяем. Я очень сильно расширила, еще раз скажу. И такой момент еще хочу показать вам, да. Вот эта пряжа довольно-таки плотная такая. Я на днях была в магазине, я купила нашу от Пехорки. Здесь 50 на 50 хлопка и акрила. То есть можно вязать туники, как себе, так и платье детское. То есть она немножечко пряжа потоньше. Получается, что в ней 425 грамм в 100 граммах. Если в Ализе Белла получается 360 в 100 граммах метров, то здесь 425, ниточка чуть-чуть тоньше. Ну, тоже довольно-таки мягкая на ощупь. Не знаю, как она, конечно, в работе. Но, то есть аналог какой-то примерно вы найдете. Сделав образец, высчитайте количество столбиков в 10 сантиметрах, в 1 сантиметре увидите сколько. И сможете связать платье на любой размер. Я просто познакомлю вас. Я купила персик. Купила лосось цвет. Кстати, вот такие цвета будут в моде в этом году. Так что затариваемся вот такими вот цветами. Лосось, персик, вот такие нежные. Коралл и так далее. Я взяла еще вот такой, но еще некоторые взяла. Я просто самый нежный показываю. Это цвет мяты. И я прямо на него глянула, говорю, наверное, это мята. Да, и он действительно мята, потому что это мой любимый цвет. Камера его, к сожалению, искажает. И эти вот нет, лосось немножко понежнее, порозовее, ну и этот немножко понежнее, да, ну и, соответственно, этот немножко понежнее. То есть немножечко камера сегодня ярче показывает у меня. У меня в окошко солнышко светит, еще у меня дневное освещение, поэтому все у меня сегодня ярче. Ладно, это как аналог, да, то есть в магазине, в любом, вот в любом найдете что-нибудь подобное в районе 360-400 метров в 100 граммах. И свяжете платье. Кстати, этот моточек стоит 150 рублей. Вот из одного мотка вполне выйдет 100 грамм, вот вполне выйдет платье. 150 рублей моточек стоит.
Не представляю, вот, ну просто ни о чем, да, вот копейки связать платье своими руками. Итак, вяжем платье на любой размер, смотрим с удовольствием. Всех любителей вязания приветствую. Хотела попробовать сделать образец этой пряжи, повязать из него платье, да, и увлеклась, вот уже связала все и с ростком, и со всеми делами. Теперь придется под камеру все повторять вместе с вами уже другой пряжи немножечко. Сейчас все детально расскажу. Это у нас пряжа Ализе Белла Батик. 100 граммов, ой, простите, это 100% катун. Она, как видите, пряжа с секционного крошения. Я ее всю сначала перемотала, то есть вязала с самого конца, потому что брать веревочку, ниточку с конца было неудобно, клубок рассыпался. Поэтому вот так вот вязала. То есть перемотала и вязала. И по плотности, скажу вам, пряжа, значит, в 50 граммах 108 метров. То есть, соответственно, в 100 граммах, если вы будете вязать каким-то моточком, 360 метров должно получаться. Итак, давайте посмотрим на расчеты, как я что делала. Платье это будет на 1,5 года. Беру самые обыкновенные мерки, которые есть везде. В книжках где-то у вас, может быть, если есть какие-то учебники. Ну вот нам понадобятся самые первые две мерки, это обхват шеи и ширина плеча. Обхват шеи на 1,5-годовалого ребеночка, обхват шеи 26 сантиметров. И ширина плеча, вот у меня колоночка на 1,5 года, 6,5-6,7. Все заношу себе в тетрадочку. Окружность головы посмотрела, 56. Ой, окружность грудной клетки, простите, нам понадобится 50, нам полуобхват понадобится. У ребенка было 1,5-годовалого 56 сантиметров, половина это будет 28. Просто вот здесь вот будет в пройме участвовать полуобхват груди. Но это чуть позже. Вот сначала то, что мы должны связать, это кокетку. Просто рассчитать ее и провязать, сделать прибавочку на горловине. Да? Как видите, я сделала, у меня 26 сантиметров. Это обхват шеи ребеночка. И на свободное облегание я добавила, ну, можно 2-3 сантиметра. Я сделала 4, потому что я подумала, скорее всего, будет какая-нибудь обвязочка. Вот. И ширина плеча. То есть мы рассчитываем на эту, на вот этот вот объем, исходя из своей плотности вязания, и контролируем, вяжем кокетку, ширина плеча, чтобы достигла у нас 6,5 или 6,7, да, в сантиметрах. Итак, у меня в 10 сантиметрах 25 столбиков. Сделала я образец, я делала и двушка, делала и 2,5. Это у меня двушечка, а это 2,5, побольше крючок. 2,5 мне не понравилось. Пряжа очень-очень мягкая. Когда ей вяжешь, столбик, вот 2,5 столбики получались, да, немножечко длиннее, потому что, ну, как бы порыхлее, это нормально, ну, свойственно. Но получались какие-то очень толстые. И мне двушка понравилась больше, поэтому вязать буду двушкой. Сделала, значит, образец и такой, и такой. Выбрала крючок номер 2. Он как-то поплотнее, как-то потоньше изделие кажется. Вот как. И при этом все равно оно остается мягким. Это еще без учетки, без учета ВТО, то есть без отпаривания, без влажной тепловой, в общем, обработки. Итак, поехали дальше. Значит, у нас есть цифра 30, это обхват горловины, да, наше начало работы. С прибавками, уже с прибавками. Вот это обязательно надо. И мы знаем, что в 1 сантиметре у меня 2,5 столбика, исходя из того, что в 10 25. Итак, я 30, вот эту величину 30, мне длина цепочки нужна в 30 сантиметров, умножаю на 2,5 столбика, 75 столбиков. Далее что делаю? 75 столбиков отымаю, 4, это на 4 угла, отымаю на линию реглана по одной петелечке. Остается 71 столбик. 71 столбик делю на 4 части. Получается 17, 75, по 18 петель. Чтобы было ровно с одинаковых сторон, позже поймете, нам здесь нужно обязательно нечетное количество петель. Я взяла чуть побольше, потому что велико не мало, да, и дети растут как грибы. Поэтому я беру по 19 даже. И так как вот эта полочка будет разъемная, задняя, там, чтобы нам... Ну, это можно сделать и переднюю полочку, и заднюю. Я делаю заднюю. Здесь можно небольшую ниточку такую мягенькую сделать и просто там скрепить.
ну, связать и привязать, или посмотрим, пуговичку какую-то. Ну, надо что-то плоское придумать. Итак, значит, раздельное будет, поэтому кладу не 19, а 20 делю пополам, да, у меня получается по 9. Я тоже взяла по нечетному. Я подумала, если возьму, вернее, возьму, если 10 по 20, 20 возьму, то придется одну петлю убавлять, а убавлять придется как? Одну на другую накладывать, и получается небольшой шовчик, когда изделие вот здесь вот уже надо будет вместе соединять, то придется один на другой накладывать, и получается все-таки небольшой шовчик. Поэтому я подумала, пускай будет здесь не 20, а 18, как видите, а 19 столбик просто потом посерединке можно прибавить. Что я и сделала уже, собственно. Я вам все сейчас подробно расскажу. Далее проверяю себя. 19 петель вот моих умножаю на 3 стороны. Получается 57 петель плюс задняя часть. Плюс 18 петель, получается 75, и 4 у меня на линии реглана отбрасывала. 79 петель, надо было 75, а у меня получилось 79. Ну, получилось и получилось, чуть больше, говорю, велико не мало. Ну, поехали, значит, набирать цепочку. Набирать цепочку буду большим, я всегда так делаю, большим крючочком, а вязать будем уже двушечкой. Набирать буду побольше крючочком. Откладываю пока вот это наше все, всю красотищу. Хочу, кстати, сказать по поводу этой пряжи, да, она так ложится, я ничего не подбирала нигде, она сама так прекрасно ложится, как будто, ну, здесь не надо ни подбирать, ничего, потому что здесь были два раза намеренные обрывы нити, надо было отдельно вязать вот эти две полочки, вот, удлинять их, и поэтому мне очень понравилась такая вот расцветка, я прям от души, я, наверное, на будущее только, наверное, из этой пряжи и буду вязать. Очень-очень мягко, необыкновенно она мне понравилась, замечательная пряжа. Итак, значит, надо набрать цепочку, получается, набираем, смотрите, 9, и 10 у нас будет в уголочке. Значит, делаем самый обычный узелочек, да, набираем 9 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 это линия реглана. Можете сюда воткнуть маркер. Далее 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 связали, и 20 это в уголочке, вот здесь вот линия реглана опять, да, 19 связали рукавчик, это у нас на рукав пойдет, это задняя, мы взяли заднюю сторону спинки, сделали, петельку набрали для реглана, 19 петельку для реглана, теперь переднюю часть набираем. Точно так же. 19 давайте наберем самостоятельно. 19 набрали. И 20 это петелька реглана. Снова 19. 1, 2, 3. Набираем самостоятельно. И последнюю 20 набрали. Теперь у нас осталось только 9. Это на другую сторону спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, внимание, 8 набираем, а 9 делаем 3 петли подъема, 1, 2, 3. Вот у нас 8 петелька, я ее держу пальцем, а вот 3 петли подъема, это у нас будет 9 столбик. И делаем накид, и вот где у нас 8 петелька была, делаем столбик с накидом. У нас получается, петли подъема заменили 1 столбик, и все вместе у нас получается 9. Далее вяжем 9 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9, да, как у нас нарисовано на схеме, которую мы сделали. То есть у меня 9, дальше пойдет рукав, перед рукав и еще полочка.
9 мы провязали, следующая петелька 10, проверяем 2, 4, 6, 8, 9. Следующая петелька 10 линии реглана, мы всегда будем в каждом ряду вязать в линию реглана 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли между ними, 1, 2. И еще раз в это же отверстие, в эту же петельку, еще 2 столбика с накидом. Это у нас будет линия реглана. То есть, смотрите, вот это у нас всегда будет вот такая галочка из 4 столбиков, между ними 2 воздушные. В каждом углу мы будем провязывать каждый ряд. А вот это у нас, вот наши 9 петель. Провязали первый ряд, 2 прибавилось. Смотрите, я всегда так делаю. Правда, пока вязала, даже не попользовалась. То есть, у нас в первом ряду... Так, что это я здесь неправильно писала? 9 и 19, да, это мы набрали. То есть вот первый ряд начинается. 2 прибавилось у нас к 9 от линии реглана вот сюда. Это 11. Вот здесь надо исправить первый ряд, второй, третий. Я сейчас исправлю. А здесь где 19, смотрите, у нас с этой стороны 2 сейчас прибавится в первом же ряду. И здесь 2. То есть к 19 прибавляем 4, получается 23. Вот этот нулевой, это ряд нулевой у нас. И то есть после прибавок у нас, вот мы как видим сейчас, получается уже с прибавками вот так вот получается 11. Поняли, да, о чем? Это для того, чтобы себя проверять. Если какого-то столбика не хватает, значит, надо искать, где-то сделана ошибка. То есть каждый ряд себя проверяйте. Все, мы вышли теперь на линию боковую, рукавчик. Теперь вяжем 19 столбиков с накидом. 19 столбиков провязали, это наша боковая, это наш рукавчик один. И в 20 столбик вяжем 2 столбика с накидом, в 20 петельку, 2 воздушные петли, то есть в линию реглана вяжем нам вот этот вот знакомый уже элемент, который мы будем всегда в реглане, в каждом ряду реглана вывязывать. Я правильно на самом деле сделала, правильно, первый ряд у нас 9 и 19, то есть 19 это вот по прямой, если убрать все, я вот так вот, да, когда сделала схемку, вот так вот делаю всегда, убираю все то, что у нас прибавлено, вот у нас первый ряд получается 19 столбиков, здесь убираем, получается 9 столбиков, а во втором ряду, когда уже поднимаемся, да, у нас уже получается 11. То есть мы провязываем 11 и плюс еще добавляем. А здесь у нас уже есть 23, и мы еще 4 добавляем в следующем ряду. Все правильно. То есть это я так себя, ну, делаю для себя проверять. Ну, не всегда, правда, касаюсь, но мало ли пригодится. Потом спинку, вернее, перед тоже делаем. 19 столбиков вяжем. Прям петелька в петельку, 19 столбиков с накидом провязываем. Давайте самостоятельно, вот по центру. И снова 19 столбиков связали, без учета вот этих, без прибавок, да, регланных. Вот я отымаю по правым пальцам. Вот так 19 столбиков по прямой. И в 20-ю петельку, 19 мы связали, а в 20-ю вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Далее опять вяжем 19 столбиков, петелька в петельку, по косичке идем и начинаем вязать первый и так далее, второй, и вяжем 19 столбиков. Так, связали 19, связали, и в 20 вяжем знакомую комбинацию, да. Так, 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И до конца у нас остается 9 столбиков с накидом. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый, последний.
Итак, что мы делаем дальше? 3 петли подъема. 1, 2, 3. Первый столбик у нас заменили петли подъема, и в вершинку второго делаем накид, провязываем второй столбик с накидом. То есть у края у нас всегда будет по 2 столбика. Далее делаем одну воздушную петлю, заменяющую нам третий столбик, который идет 1, 2, 3 по счету. Мы его, то есть, пропускаем, над ним будет воздушная петля, делаем накид, один столбик пропускаем, и в следующий вяжем столбик с накидом. Будем формировать, вязать ряд филейной сеточки. Опять воздушную петлю делаем, здесь столбик один пропускаем, и в следующий вяжем столбик с накидом. И так далее. Пропустили, в следующий. Воздушная петля, накид, 1, 2. Подходим к линии реглана. У нас в каждом ряду будет всегда с вами одинаково. Делаем, смотрите, у нас остался один столбик. Вот над ним мы делаем воздушную петлю, а столбик будем уже вот сюда, в отверстие в это. В наш реглан будем вязать 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Это мы идем с вами по изнаночной стороне. Закончили. Вот у нас сейчас, смотрите, о чем я говорила. Вот во втором ряду вместе с прибавками предыдущего ряда у нас должно быть, мы сейчас посмотрим второй ряд, 23 столбика. Вот эти 23 столбика, нечетное количество петель. Либо у нас вот здесь по краям, вот слева в последний, и не считая вот этих двух прибавок, и вот этот последний справа, должны стоять по столбику, либо по воздушной петле. То есть выбираем. Я предпочитаю, чтобы более ажурно дело было, тогда выбираю я воздушную петлю. То есть сразу после двух, после реглана делаем воздушную петлю, заменяем вот этот первый столбик. И во второй уже делаем столбик с накидом. То есть один пропустили, первый вот этот, и во второй вяжем, потому что, который мы пропустили, над ним стоит воздушная петля, она его как бы заменила. И так до конца ряда вяжем воздушная петля, один пропускаем, в следующий. И вяжем до следующего, вот давайте до угла довязываем сами. Дошли до конца рукавчика, это у нас рукавчик уже. И точно так же остался у нас один последний столбик, над ним воздушная петелька, то есть не теряем нашу сеточку и прямо ее продолжаем до самой линии реглана. И уже в регланную линию, в петельку реглана вяжем 2 столбика с накидом, наши прибавки. 2 столбика пошли у нас на эту сторону, между ними 2 воздушные петельки и 2 столбика уже пошли в сторону переда. Так, снова у нас, мы подошли, перед нами 23 столбика, вот так вот. Нечетное, вот для чего нам было нужно нечетное количество. Снова делаем воздушную петлю, снова один пропускаем, прям сразу после наших прибавлений, сразу делаем воздушную, столбик пропускаем, в следующий делаем столбик. И так доходим до конца вот сюда, точно так же здесь заканчиваем одной воздушной петлей, делаем наше прибавление сюда. Когда сделали прибавочку, воздушная петля, во второй столбик вяжем опять 19, доходим до угла, то же самое все делаем и встречаемся где-то уже здесь в конце. Ну, так как у нас все углы похожи, то есть от угла всегда идет воздушная петля во всех углах. То есть сделали, где линия реглана, везде у нас отходят воздушные петельки и дальше пошли столбики. Все это выровняется потом. Теперь смотрите, доходим второй ряд до конца, сделала воздушную петлю, накид, 1, 2. Это у нас предпоследний столбик. И в начале, если вы помните, мы 2 подряд делали столбика. В самом начале, да, когда второй ряд начинали. И здесь в третью петлю подъема мы делаем 1, 2, 3 петли подъема. В ее вершинку, оп, промахнулась, в ее вершину надо попасть и сделать еще сюда один столбик с накидом. Вот так. Все. Вот в конце у нас сюда должно быть 2 столбика с накидом. И в начале. Далее опять поднимаемся на 3 воздушных петли. 1, 2, 3.
Разворачиваем. Сейчас мы находимся опять на лицевой стороне. Повторяем наш второй столбик. Они у нас друг за другом два рядом идут. Второй столбик вяжем вершинку. 3 петли подъема нам заменили первый столбик, второй мы сделали. Теперь под арочку, под саму, будем делать всегда столбик. Один столбик и в сам столбик, в вершину, еще один столбик. И так будем чередовать, будем плотный ряд делать. Да? То у нас филейный ряд проходил по изнаночной стороне, а по лицевой мы будем плотными рядами вязать. И опять под арочку, потому что у нас там была воздушная петля, вот как бы мы ее теперь меняем на столбик. В этом ряду мы вместо воздушной будем столбик провязывать. А столбик у нас так и остается. И вяжем так до конца ряда. То есть, соответственно, смотрим, если в таблицу, которую мы сами делаем, третий ряд, у нас должно быть 13 столбиков. 13 столбиков, 2 4, 6, 8, 10, 11, так, сейчас 11, так, стоп, 10, 11 под арочку, не забываем, потому что здесь воздушная, 11, проверяйте себя вот таким образом, 12, это уже с прибавками, и 13. С прибавкой предыдущего ряда у нас третий ряд мы провязываем. 13 – это первое число, это где у нас разъем есть. Вот это, от этой цифры мы вот идем. В каждом уголочке у нас один раз прибавляется с этой стороны, а у этой полочки с этой стороны просто прибавляется. И получается растет на 2 петельки. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. От 19 с двух сторон прибавляется, да, о чем я говорила. С двух сторон вот по 2 новых вырастает столбика, по 2 новых столбика. Поэтому мы прибавляем 4. Сами себя так проверяете. Вот у нас все правильно получилось, 13 столбиков. А чуть-чуть я почти, я была готова пропустить вот этот столбик. Спасибо, что я пересчитала и убедилась. И далее 11, вот 13 мы сделали столбиков, проверили себя. И в эту арочку делаем 2 столбика с накидом, то есть не пропускаем ни одного ряда. Всегда сюда вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Ой, под камерой неудобно. И так далее. И также дальше пошли опять под ар. Так, здесь у нас арочки нету. Здесь мы пошли. Это у нас петли, которые... регланные 2 столбика. Дальше сразу после столбиков идем под арочку. И так далее. Чередуем под арочку, потом в сам столбик. Это мы так вяжем плотный ряд, третий, да? Ну и так дальше мы упадем. Не забываем в линии реглана делать прибавки. И делать, я буду повторять ровно вот то, что у меня связано. То есть вы, если вяжете вот такой пряжей, я вместе с вами вяжу как будто вот это платье, только другой пряжей. И вот так я чередовала, смотрите, сколько рядов. Раз, два, плотный, потом филейный, плотный, филейный, плотный, филейный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 рядов вяжем самостоятельно и контролируем количество столбиков, чтобы было одинаково. Давайте самостоятельно свяжем вот эти 8 рядов. Туда-обратно, они все одинаковые. Всегда 2 столбика делаем, где у нас линия разрыва. По 2 столбика в начале и в конце. Не забываем об этом, а все остальное у вас все-все одинаково идет. Все прибавки одинаковые. Всегда у вас воздушные петли начинаются, если филейный ряд, после прибавок у вас идет всегда воздушная петля, потом уже столбик. То есть смотрим на предыдущие ряды и точно так же вяжем все остальные. 8 рядочков нам надо. Вот уже мы третий начали вязать, первый, второй, третий. Потом также сеточка четвертая и так далее. 8 рядов вяжем самостоятельно. Итак, когда я провязала 8 рядов, делая прибавки, как положено, по 2 в каждом,
уголочки, да, и 2 воздушные петли между ними. Через ряд, один глухой, один филейный, 8 рядов. Вот точно так же, как здесь. Я с вами повторяю все то же самое. Далее, понадобился, надо вывязать росток. Вообще детям от 2 лет вяжут росток, но я делаю. Если брать 2 ряда, вот я подумала, ну, слишком мало, как мне показалось, мало, да, сантиметр там с небольшим. Я 4 ряда положила на разок. То есть вот я закончила вот последней филейной сеточкой, это 8 ряд. Далее я вяжу 1, 2, 3, 4 ряда с обеих сторон врозь. То есть ниточку отрываю, получается. А уж потом на 5 ряду я соединяла. Опять-таки, смотрите, чтобы соединить, надо быть уверенным, что вот это место, вот так вот, когда складываем пополам, что вот в это место пройдет головочка. То есть надо быть четко уверенным. Я по таблице посмотрела 48 сантиметров, ну 50. И у меня вот здесь вот 25 сантиметров. То есть вот эту ширину, окружность, простите, головы надо контролировать, да? То есть когда мы будем замыкать. Итак, давайте не будем забегать вперед. Сначала, значит, вяжем росток. Просто добавляем к спинке, к нашей, 4 ряда. Вот здесь я сейчас закончила. Вот у меня 8 рядов. Вот так вот 8. 1, 2, 3, 4. С обеих сторон вяжем по спинке по 4 ряда. С этой стороны и обратно. 4 ряда вяжем. Точно такой же можно тоже чередовать. Ну, как вам угодно. Хотите глухими вяжите, хотите сеточкой вяжите. Ну, раздельно. 1, 2, 3 петли подъема. Давайте первый ряд с вами вместе свяжем. Я покажу, что нужно вот здесь вот сделать еще одну прибавочку, так как ряд-то добавляется один. И последнюю прибавочку нам вот здесь придется сделать. Давайте до конца идем вот этот ряд. Нашла с вами до конца ряда. То есть с одной стороны задней полочки. Вот у нас линия реглана. Мы к ней подошли. Вяжем то, что у нас были прибавки в том ряду, в предыдущем. 1, 2. И делаем новые прибавки, но немножко по-другому, просто 2 столбика с накидами. То есть мы не будем делать на другую сторону прибавки. Мы с этой стороны 2 столбика сделали, 2 воздушные петли и 2 столбика вот сюда, на эту сторону, мы уже делать не будем. Это рукав у нас. То есть мы заднюю полочку прибавили здесь в линии реглана, со стороны реглана 2 столбика. Все, теперь разворачиваемся. 1, 2, 3 петли подъема в следующий столбик, потому что с краев мы всегда делаем по 2 столбика с каждого края. Теперь можно чередовать филейную сеточку. 1, 2 воздушные, одну пропускаю во вторую. Давайте довяжем так второй ряд, доходим до конца второго ряда, последний филейный квадрат. 1, 2 в предпоследний столбик, и самый последний — это петли подъема. Входим в третью подъемную петлю предыдущего ряда, где мы делали 3 подъемных петли, в вершину входим, делаем столбик. Все, вот мы связали 2 ряда. Давайте теперь развернемся. 1, 2, 3. Теперь глухой ряд, не без всяких прибавок. Вот теперь идем по прямой. Глухой ряд и обратно филейный. Все, это будет 4 ряда. Можно отрывать ниточку. Так, у меня получилось следующее, да? 8 рядов общих и 4 ряда с одной полочки у меня. Теперь, значит, надо точно такой же связать с левой стороны. Что мы делаем? Значит, мы вязали плотный ряд. Плотный ряд у нас идет по лицевой стороне. Значит, будем вязать вот так вот по лицевой стороне плотный ряд. Берем нашу ниточку. Я уже с той стороны обрезала, простите, без вас. Но думаю, не составит никакой сложности. Делаем узелочек, самый обыкновенный, как вот начинаем вязать. И вот такую одну петелечку сделали. И теперь просто в уголочек делаем 3 подъемных петли. 1, 2, 3. И сюда же вяжем, прихватываем вот эту ниточку, кстати, заодно. Сюда же вяжем еще один столбик с накидом.
То есть это мы сделали такую прибавку, да, как мы с той стороны делали полочки, то есть в линию реглана мы ввязали 2 столбика. И дальше пошли плотный ряд вязать, прихватываем заднюю ниточку, вот эту, чтобы ее ввязать, чтобы ее не было видно. В каждый столбик, то есть вяжем глухую полосочку, да. То есть, соответственно, в каждую вершинку и под арочку. От филейной сеточки, которая у нас арочка. Так, здесь я все сделала. Теперь под филейную и так далее. Давайте до конца ряда сами. Так, первый плотный ряд мы связали. Теперь 3 петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваемся. И здесь мы филейную сеточку вяжем. Да? Первых 2 столбика первый и второй у нас. Один заменяет петли подъема, второй мы вяжем. И далее вяжем филейную сеточку. И в конце у нас точно так же заканчивается 2 столбиками. И с той стороны у нас так было, и с этой стороны все одинаково должны мы сделать. Это у нас будет второй ряд. Потом точно так же вяжем, разворачиваемся глухой ряд. Еще один сверху над этим. Мы этот доходим до конца. Потом вяжем, разворачиваемся, еще один глухой ряд. Ничего нигде не прибавляем уже. И ряд филейной сеточки. Заканчиваем, как здесь, филейной сеточкой. Продолжаем сами вязать. Здесь я довязала таких же 4 ряда. То есть одинаковое количество рядов на обеих полочках. И как видите, у нас передняя часть, да, коротенькая получается. А если мы вот так вот сделаем, сравняем все, то у нас как раз выходит то, что надо, то, что выходит. Это росток. Теперь, далее я рассуждала и рассчитывала как. Теперь можно полочки соединять между собой следующим рядом. Как раз у нас здесь заканчивается, мы закончили на изнаночной, мы сеточку всегда заканчиваем на изнаночной стороне, выходим на лицевую и связываем 2 полочки вместе. Я померила, что вот этот ряд, который у нас сеточкой заканчивается, вот так вот будет достаточно на головочку ребенка, которому вяжем. 48 сантиметров. Это 24. Это 24, если пополам, да? Вот сейчас и посмотрим. Вот, как видите, у меня вот как раз все умещается 24. Даже чуть-чуть с припуском. Итак, теперь мы вяжем цельный ряд соединительный. И нам надо не забыть еще один столбик сюда вязать. Потому что, как помните, у нас вот здесь вот не хватало на спинке одного столбика. У нас здесь было по 19 изначально. А здесь у нас 18. Нам один столбик сюда надо добавить. Вот давайте его и добавим. То есть мы берем наше вязание теперь. Разворачиваем на той полочке, на которой мы прямо были. И вяжем... Опа, они чуть-чуть убежали у меня петельки. Сейчас подниму. Теперь поднимаемся. 1, 2, 3. Выходим на лицевую сторону. У нас по лицевой мы всегда вяжем столбики. Так, в соседнюю. У нас 2 подряд идут всегда столбика. Под арочку. В саму стеночку. И давайте вот здесь вот до конца довяжем и встретимся. Итак, одну полочку я довязала, беру вторую полочку, вместе их сейчас соединим, каким образом, накид делаем и входим в петельку, в крайнюю, в самый край, и соединяем, вывязываем из нее же вторую, это мы делаем такую добавочку. И дальше пошли по прямой вязать, точно так же, как мы обычный плотный ряд вяжем. Под арочку, следующий столбик в столбик. После филейного, да, мы вяжем под арочку, столбик и столбик в столбик. И давайте до конца ряда. Вот мы уже соединили наше полотно. Давайте самостоятельно провяжем до конца. Так, полочки у нас соединены, рядочек провязали, пока отложу, чтобы рассказать. Вот когда я здесь соединила полочки, смотрите, что мы сделали. Мы сделали саму кокетку, рассчитали, провязали, сделали росток.
Теперь определились, чтобы у нас входила головочка, и соединили полотно одно, которое у нас было двух частей, да, заднее или переднее, кто как вяжет. Я делаю сзади. У нас полотно, то есть поняли, когда у нас головочки, для головочки места достаточно, тогда мы соединили в полотно. Теперь есть еще одна величина, которую нам надо знать. Это пройма. В учебниках она буквой R такой называется, ну, отмечается. И смотрите, полуобхват грудной клетки, вот у нас обхват грудной клетки малыша 56 сантиметров, пополам 28. Полуобхват это будет 28, половина от грудной клетки, от всей грудной клетки 56, половина 28. Это обычная формула, делим на 4. И если возраст, рост ребенка, простите, выше 80 сантиметров, прибавляем величину стабильную 7 сантиметров. У нас получается 7 плюс 7, получается 14 сантиметров. Что это за число такое? 14 сантиметров, это у нас должно быть от плечика. Так, вот моя линеечка, вот она как раз 14 сантиметров. Это она должна быть от плечика до конца, до того места, когда надо соединять в круг полотна. То есть получается соединить две полочки, то есть одну полочку разделенную мы соединили, но надо провязать еще столько, сколько будет у нас, чтобы у нас можно было соединяться в круг. Поэтому я еще добавила сюда филейный ряд и обычный ряд. Вот давайте точно так же провяжем, прям один в один с вами вяжу, как вот здесь, а потом дальше продолжим уже на этом вязании. Теперь мы, значит, разворачиваемся в нашей полочке. Так, запуталась. Делаем 3 подъемных петли и делаем филейный ряд. Так, точно так же по 2 столбика. Угу. Точно так же по 2 столбика первых с обеих краев. У нас получается по 2 столбика. Первый и второй рядышком. Так, делаем воздушную петлю. Раз, два. Вяжем филейный ряд до конца ряда. Воздушная. Одну пропускаем петельку и в следующую. Вяжем филейный ряд самостоятельно. Полностью весь, целиком. Дошли до конца ряда. И у нас, как видите, воздушная сделала накид. Раз, два. Сеточка ровно-ровно получается. Почему? Потому что у нас мы добавили один столбик, соединили вместе их. И получается, что у нас... что если у нас спереди сеточка ровненькая, то и здесь будет ровненько. У нас одинаковое количество теперь столбиков. Поэтому у нас по 2 столбика по краям, а по центру у нас все филейные сеточки вся сходятся как положено. И теперь ряд 1, 2, 3 воздушных петли. И давайте заполним второй еще один ряд. То есть как я здесь делаю. После филейного еще глухой ряд. Давайте глухой ряд свяжем самостоятельно. Так, 2 есть, под арку дальше и так далее. Теперь в столбик. Давайте самостоятельно довязываем третий ряд, и можно будет отрывать ниточку и фиксировать. Третий ряд довязываем и фиксируем ниточку. Здесь я ряд плотный довязала. Все, здесь можно ниточку отрывать. У нас целиком идет задняя часть, то есть спинка наша. Все, мы ее соединили. Можно отсоединять ниточку, отрывать и фиксировать. Теперь все, давайте пойдем к этому изделию. В смысле, продолжим уже на этом. Далее, я смотрю. Значит, 14 сантиметров должно быть. Складываем свое изделие, все, что у нас получилось. Вот у нас задняя часть, один в один, как я вязала с вами, вот один в один все провязали, даже петелька в петельку. Все. Теперь складываю изделие и смотрю, сколько мне надо довязать. Чтобы было 14, да, мы с вами посмотрели, что у нас должно быть 14 сантиметров. Вот так 14, можно даже повыше. Вот так вот. Ну-ка, если вот так, раз, два, три, четыре, пять рядов. Пять рядов. Примеряю еще раз. Вот ровно 14. Прям ровно, прировно 14. И получается, мне надо связать раз, два, три, четыре, пять рядов. Прицепляю ниточку, так как у меня это
будет глухой ряд по лицевой, по изнаночной стороне, точнее на лицевую, чтобы цепляем ниточку, делаем 3 подъемные петли. 1, 2, 3. Вот эта ниточка мягкая, с ней прям поласковее. Точно так же делаем, как мы делали с той стороны, 2 столбика мы прибавляем первый раз. И здесь единожды прибавим, с этой стороны тоже единожды прибавим, больше прибавлять не будем. Дальше просто будем прямо вниз вязать. Давайте плотным рядом до конца дойдем этот ряд. Далее столбик в столбик. Я подраспустила здесь, предпочитаю лучше здесь повязать на этой пряже, чтобы уже с вами досконально все пройти. Так, здесь у меня 1, 2, теперь подарку и так далее. Эта пряжа очень мягенькая, то есть здесь скорости, конечно, не наберешь, но вязать ей одно удовольствие. Пряжа настолько мягкая, вот действительно детская, ей прям можно даже на самых-самых грудничков, прям малышек совсем вязать. И идем столбик в столбик и подарочку чередуем и проходим до конца ряда, вяжем самостоятельно. Дошли до конца ряда. Не забываем, что вот здесь вот тоже последняя арочка. В последнюю арочку. Так, стоп. Потому что она всегда прячется, ее не видно. Потом 2 столбика. Это у нас прибавки предыдущего ряда. Это мы в уголочек идем. До самого уголочка доходим. И где линия прибавки, где у нас реглан, вот мы до реглана дошли, мы здесь сделали 2 столбика прибавок. Точно так же, как мы делали и с этой стороны. Вот в этих местах, ну, я вам показывала, только единственное, вот на таком цвете. И здесь точно так же делаем последние прибавочки. И далее будем вязать уже по прямой. Постоянно будем вязать по прямой. Далее 3 петли подъема. 1, 2, 3. Все, вышли на финишную прямую. Дальше просто вяжем, у нас вот такой квадратик получается, вот эта передняя часть, да, и дальше вяжем столько рядов, сколько нас устроит, да, вот чтобы, вот в моем случае мне надо 14, у вас может быть другое количество, и вяжем поворотными рядами. Следующий я буду чередовать, буду филейный вязать, потом опять глухой, количество столбиков остается прежним, и оно на данном этапе у нас одинаковое, что на задней полочке, что на передней. Здесь мы один столбик добавили, когда соединяли полочки, поэтому количество столбиков одинаковое. Просчитывайте, считайте. И давайте провяжем уже, чтобы вместе соединить можно было. Вот когда у меня будет здесь 14, тогда уже можно будет соединять. Тогда встретимся и поговорим. Я думаю, отдельно уже сами повяжем, да, самостоятельно. Вяжем самостоятельно. Я закончила вязать свою полочку с двух сторон. Остановилась я по, так, изнаночной, значит, стороне прошла целиком столбики. Так у меня получается-то. Так, нет, у нас столбики идут по лицевой стороне. Вот так вот. Так, все у нас вывязано. Росток у нас сделан. Потом смотрим дальше. Значит, соединяем 2 детали, заднюю и переднюю. Смотрим, 14 у меня есть, то есть пройма, которую мы высчитывали, высота проймы, да, вот этой вот, то есть у нас все есть. То есть теперь можно соединять детали в круг. Росток есть, голова отсюда входит, проверено. И я вам скажу чисто по рядам, если вот от самой кокетки, вот она заканчивалась, я еще вязала 1, 2, 3, 4, 5 рядов. А сзади я уже сейчас не вспомню. Сзади мы вязали 1, 2, 3, 4. И потом соединительный ряд. 1, 2 и 3. 4, 3, 7. Здесь 5, а там 7. На 2 ряда разницы. Но росток получился хороший, нормальный. Меня такое устраивает. Там 2 ряда получается. Или 3, что ли? 2 или 3, не помню. 2 вроде. Так, итак, у меня получилось что? И у вас должно получиться равное количество столбиков. У меня по 55 столбиков с этой стороны и 55 с этой. Так как мы здесь один столбик прибавляли, которого не хватало изначально. И по 2 столбика мы в уголки, когда вот последний разочек, мы вот здесь вот, когда выходили по прямой вязать, мы последний раз прибавочки сделали в линии реглана. С обеих сторон мы делали. Если вы отмотаете видео назад, то там все будет об этом рассказано. Все, мы все сделали. Далее.
Это последний расчет, который нам понадобится. Окружность грудной клетки ребенка 56. Я беру 58. Ну, примерно пишу 58. Да? Вот моя сумма. 58 сантиметров грудная клетка у ребенка. В моем в одном сантиметре 2,5 столбика. Это мы вначале все делали расчеты. Я умножаю сантиметр на 1 сантиметр, на плотность на мою, получается 145 столбиков. У меня, мне надо набрать по кругу 145 столбиков, иметь точнее по кругу. Отымаю 110, это 55 столбиков у меня в каждой полочке, умножая на 2 полочки, это получается 110. Отымаю от 145 110, которые уже есть, получается 35. Делю на 2 стороны, эту, получается 17,5. Вот по 17 столбиков надо набрать. Как раз нечетное количество нам надо набрать. Значит, закончили мы по лицевой стороне вязать. Теперь, так, я поменяю крючок. Набираем воздушных 17 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Петля, которая на крючке, у нас не считается. Так, 17 набрали, выровняли полочки наши, переворачиваюсь, да, и делаю накид, цепляюсь в край столбика. Столбики все должны идти один в один. Так, в вершину. Опа. И делаю столбик с накидом. Зацепились таким образом. И провязываем весь этот ряд столбик в столбик. Хотя можно через, наверное, нет, я провяжу столбик в столбик. Поплотнее пускай этот ряд будет и следующий тоже. И прям столбик в столбик вяжем, продолжаем тоже количество петель вязать, столбиков вернее. У нас их должно быть 55. Давайте до конца вот этой полочки задней довяжем и встретимся вот здесь. Шли до конца, теперь опять меняю на побольше крючочек и снова набираем 17 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, передеваю, вдеваю другой крючочек. Так, выравниваем наше изделие. И теперь нам надо в край закрепиться вот сюда соединительной петелькой. Просто соединительной в третью вершину подъема. В третью вершинку подъемной петельки соединились. Теперь поднимаемся на 3 петли вверх. Раз, два, три. И пошли новый отсчет ряда. Да? Так, первый мы столбик наш сделали. Теперь сразу во второй, под второй. И так далее. Проходим теперь целый ряд. Давайте дойдем самостоятельно до воздушных петель. Вяжем самостоятельно. Провязали 55 столбиков. Перед нами цепочка из 17 воздушных петель. Теперь идем по ней четко прям. И набираем 17 столбиков с накидом. Раз. В каждую, как мы вначале делали по горловине, точно так же здесь сейчас вот в подрезах тоже наберем. 2, 3, 4. Ниточка расслабится, но она такая, настолько она мягкая. Нитка необыкновенная, прям для детских изделий самое оно. Ей тяжеловато вязать, не то что тяжеловато, а наоборот, мягенько, приятно, но скорость теряется. Но меня это не пугает, я люблю, я получаю релакс от того, что вяжу, поэтому для меня то, что скорость там где-то потерялась, бог с ней. Так, поаккуратнее. Давайте самостоятельно. Под камерой очень не видно. Я промахиваюсь под камерой, потому что я смотрю в камеру. И давайте самостоятельно по всей косичке пройдем и наберем 17 этих столбиков.
вот таким образом. Так, 15 провязано, 16 столбик и последний 17. Так, сделали 17 столбиков. Теперь далее идем столбик в столбик, делаем накид, вершину первого столбика, то есть присоединились, да, и пошли дальше. И дальше у нас что идет? 55 столбиков, потом снова такая же воздушная цепочка. Вот давайте самостоятельно пройдем эти 55 столбиков. Вот у нас с одной стороны уже, смотрите, если мы соединяем, вот они маленькие получились наши подрезики. То есть если мы перевернем изделие, вот так вот, сейчас я выну крючочек. Вот у нас с одной стороны уже подрезики сделались. И с этой стороны мы точно так же сейчас должны провязать. Давайте самостоятельно провяжем весь этот ряд. Провяжем 17 петель по цепочке. И встретимся где-нибудь в конце, когда будем соединяться вот здесь. 17 столбиков я связала. И теперь надо присоединиться в вершину. Раз, два, три. В третью подъемную петлю. Вот этого первого столбика, когда мы делали 3 подъемных петли. Так, кошка ко мне никак не прорвется. Так, сделали. Что ж такое? Зацепились. Соединительная петелька. Теперь что хочу сказать. Вот здесь у нас постоянно будет шов соединительный столбик наш. Не хотелось бы, чтобы он был здесь. Поэтому предлагаю следующий ряд вязать по изнаночной стороне, то есть развернуться вот таким образом, несколько, то есть вернуться вот сюда, вот нам надо с соединительными столбиками, несколько соединительных столбиков сейчас сделаем, просто вот так вот пройдемся, столбик, вытаскиваем петельку и протаскиваем, только не затягиваем, и находим середину нашего подрезика, да, идем до серединки, чтобы у нас где-то в серединке был шовчик, нежели где-то спереди там или сзади, но на видном месте. Пускай лучше будет где-то в подмышке, да. Можно еще один вот сделать, и теперь уже можно делать отсюда 3 петли подъема. 1 2 3. Так, это у нас вот этот столбик, и теперь будем делать так. 4 я сделала как воздушную петлю, пропускаем, значит, вот этот мы повторили, следующий пропускаем, и в очередной через один, да, то есть что я сделала, 3 петли подъема, воздушную петлю, это как арочку, пропустила внизу и вошла в следующий. Опять воздушная петелька, один пропускаем столбик в следующий. То есть делаем нашу филейную сеточку и идем так по кругу. Давайте самостоятельно так дойдем до конца и встретим здесь, развернемся и пойдем уже по лицевой. Дошли до последней, делали одну воздушную петлю и соединительным столбиком. Все, теперь вышли на лицевую сторону. Так, подождите, да. И делаем 3 воздушных петли подъема. И вяжем 2 ряда глухими, 3 воздушных петли, развернулись, и под арочку вяжем глухой столбик, и столбик в столбик делаем еще один столбик. И так далее. 2 ряда давайте провяжем так. Итак, после, значит, сеточки ряда я провязала 2 ряда. По лицевой стороне уже идем и ряд еще сеточки. Вот дошла до конца, так, воздушную сделала, 1 2, нет, подраспустилась, еще одна воздушная, и как раз так воздушную сделали и соединительным столбиком снова прикрепились. Все, теперь что делаем, входим под арочку соединительным столбиком, просто вот внутрь арочки вошли. Все, давайте остановимся пока.
Смотрите, я о чем подумала. Вязать ананасы слишком будет очень объемное платье. Но я думаю, это провязать потом из ириса какой-то тоненькой хлопковой ниточки. Отдельно будем вязать такое платье. Потом нам надо что-то простое, так как у нас пряжа секционного крошения, поэтому если мы что-то еще туда добавим, какой-то суперсунок, то, наверное, будет слишком аляписто. Плюс слишком какие-то объемные рисунки брать, вот, которые слишком расширяют, наверное, тоже будет очень круто. Но я подумала обычными веерочками повязать с вами. Вот. Это будет и просто, сможет любой начинающий. Единственное, что бы я сделала, вот я посмотрела на схему вот эту, да, здесь что происходит. Такой же элемент, который мы вязали с вами в линию, по линии реглана, то есть два столбика с накидом, и между ними две, давайте переверну, вот так будет удобнее, и две воздушные петли над ними, да, опять два столбика с накидом. Вот мы будем вязать такой элемент в арочку в нашу, через одну арочку. Единственное, я бы добавила сюда третий столбик, то есть по три столбика. Потому что по два, я попробовала, получается жиденько, некрасиво, то есть по три будет столбика. Вот так вот. Далее, вот этот, если у вас пряжа тоньше, вы можете соблюдать в одну арочку один столбик, далее в следующем ряду два столбика делать, три и так далее расширять. Я этого делать не буду, потому что пряжа довольно-таки плотная. Если вы вяжете такой же пряжей, как у меня, то я вам советую все-таки, наверное, прислушаться, потому что, ну, опыт его не пропьешь. Хоть и не пью совсем, и мне это нравится. Что называется? Так, воздушная. И в третью петлю подъем, раз, два, три. Третью петельку соединились. Так, теперь переходим в центр арочки. Так как у нас количество арочек четное, то мы сейчас с легкостью будем вязать наши веерочки. Я попробовала уже без камеры, мне не понравилось. Все, что о чем я говорил, мне не понравилось. Теперь давайте делать. Я предлагаю, те, кто вяжет из такой же пряжи, как у меня, предлагаю делать следующее. Три петли подъема. Два, три. Накид. Сюда же вяжем второй столбик. Первый у нас 3 петли подъем заменяют столбик, и это будет второй. 2 петли воздушные, и сюда же еще 2 столбика с накидом. Раз и второй. Теперь следующую, почему нам четное количество петелек, кубиков нужно, да, для того, чтобы один пропускать, и второй будет занят. Один вот занятый у нас, один мы пропускаем, следующий будет опять занят. Делаем накид, и один пропуская, сюда же вяжем такой же элемент. Два столбика с накидом, две воздушные петельки и снова два столбика с накидом. Раз, два. И давайте самостоятельно так повяжем. Точнее, давайте встретимся в конце ряда. Я покажу, как соединяться и как выходить на следующий ряд. Итак, закончили наш первый ряд. Как видите, да, у нас все сошлось. Через ячейку мы делали веерочки. Теперь ищем третью петлю подъема. Раз, два, три. И входим сюда соединительным столбиком. Присоединились, да. Теперь в соседний вошли под него. Теперь перемещаемся к центру и внутрь внутрь нашего веерочка перешли еще одной соединительной петлей. Так мы вышли. Закончили наш первый ряд веерочков, да, и два ряда я буду вязать именно так. Большого расклешения нет, чего меня очень радует, потому что можно его сделать чуть-чуть попозже. Для того, чтобы платье не было очень... Следите за тем, чтобы платье ваше не было тяжелым с самого начала, потому что еще все у нас впереди, мы еще вяжем его, да. Так, у меня закончилась ниточка. И что я думаю, пока я перемотала ее обратной стороной, ну, то есть у меня как бы изнутри конца получается ниточка. Ну, когда ее или берем из конца серединки, то получается конец ниточки. Я и этот также клубок перематывала, то есть у меня получается он идет со светлого, беленький и розовенький. Вот как я начинала вязание. И что я хочу сказать, сразу же, наверное, начнем с обвязки, чтобы сделать уже обвязку. Наши вот эти вот швы, горловину обвязать, а остальное пустить на юбку. То есть второй клубок как раз пойдет на юбку. Я предпочитаю вместо всяких пуговиц для ребенка сделать просто обычную косичку вот из
воздушных петелек это будут завязочки сзади. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давайте на свое усмотрение. Я сейчас озвучу, сколько я набрала. Я набрала 45 воздушных петелек. Я думаю, достаточно. И когда утюгом ее прям по косичке пройтись, она будет плоская, будет мягкая. Утюгом в смысле паром. И в один из краев, вот начинаю, например, с этого края обвязывать. В один из краев сейчас при... Цепляем ниточку и соединительным столбиком. Далее одна воздушная петля подъема, и в каждую косичечку вот находим косичку и провязываем просто столбик с накидом, только не затягивая. Наверное, я даже возьму крючочек побольше, не двушечку, а 2,5. И просто столбиками можно обвязать горловину. И потому что я не хочется очень сильно ее там делать, она получится выше просто. Лучше уж, если что-то, если ребенку, например, великовата горловина, да, то лучше что-то, какой-то шарфик там какой-то, я не знаю, повязать, платочек, нежели там ребенок будет. Так, можно прям в эту дырочку. И давайте стежочек за стежочком тихонечко обвяжем вот это вот. Просто все обычными столбиками с накидом. Просто в каждую петельку. И смотрите, потяните, чтобы не стягивало. Давайте сделаем это самостоятельно, дойдем до конца. Я прошлась прям по всему периметру горловины. И здесь в конце, когда дошла, вот наши два, получается, две части. Можно что впереди завязывать, что сзади, да. И здесь точно так же, только я перейду на другой крючочек обратно, 45 воздушных петель наберу. То есть такое же количество. 2, 3, 4. И все, сделали нужное количество. Ниточку вытащили, ниточку потом можно просто покороче обрезать. Здесь узелочек уже есть. Все это, говорю, отпарить, когда и получится все очень чудненько и замечательно. Ребеночку не будет ни больно. И нежным узелочком, бантиком каким-нибудь сделать. Можно просто там... Так, я не знаю, я не помню, как бантик завязывается. У меня мальчишки росли. Так, здесь сделали. Теперь нам нужно обработать. Смотрите, все красиво, все аккуратно у нас получилось. Все замечательно. В каждый уголочек я тоже вставляла по одной... И побольше крючочек взяла, и по одной петельке вот в уголочке в каждой вставляла, да, чтобы не жало. То есть ничего не затянуто, все красиво, все замечательно. Теперь давайте в серединку вот сюда входим. Забираем отсюда. Я, пожалуй, тоже побольше. Хотя нет, этим крючком. В центр. Это вот смотрите, куда вошла. То есть в серединку нашего подреза, да. Делаю узелок, вхожу, одну петельку подъема, и давайте пройдем под подмышкой. Мы будем, сейчас я вторую зацеплю, где подмышка, мы можем пройтись также столбиками с накидом, просто, вернее, столбиками обычными, проходимся вот здесь до угла. Просто обычные столбики у нас идут. В каждую стараемся ничего не пропустить, чтобы не затянуть опять-таки. Опять-таки так. А прям видно, над каждым столбиком получается косичка. И в эту косичку по столбику. Так, ниточка расслаивается. Она настолько мягкая, такое удовольствие из нее вязать. Так, дошли до угла. Давайте вот в уголочек подцепить две стеночки. Вот так. А теперь вот здесь я пройдусь, пожалуй, полустолбиками с накидом. Делаю накид.
вхожу в отверстие и делаю полустолбик. Опять накид, ищем удобную петельку, куда можно войти, и полустолбик. Так, это у нас в каждый ряд, вот смотрите, у нас получается один ряд глухой, один ряд так сеточкой, да, ну, филейный. Вот в каждый ряд по 2. Вот сейчас сюда еще вторую. Вот сюда. Полустолбиком, то есть мы чуть-чуть выше приподнялись. И давайте последний, вот этот беленький, тоже 2 петельки сюда сделаем. Вот этот филейный ряд. И вторую. Вот сюда. А далее будем делать веерочки. Нет, вот этот еще последний надо пройтись, который глухой ряд. Вот он белый у меня, вот этот. Сюда надо еще 2 петельки куда-нибудь. Никуда не примастыришь прямо. Ну, то есть можете полустолбики на свое усмотрение. Вот эти 2 уместила. Так, вот, чуть-чуть у нас повыше стало вот здесь. И теперь... Так, я, пожалуй, до арочки дойду. Вот еще, вот теперь прям четко по косичке идем. Еще 2 столбика, чтобы сделать, надо с обеих сторон одинаково. Так, вот я еще полустолбиками с накидом дошла до арочки, и теперь вот в эту арочку обычный столбик с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, то есть наш знакомый элемент, из которого у нас все, в принципе, платье состоит. И по 2 столбика. Теперь воздушную петельку, накид, и через одну сюда такой же элемент. 2 столбика с накидом, чередуем 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. Между ними воздушная петля одна. Вот. И вот таким образом, вот таким маленьким веерочком обвяжем весь край. Сейчас давайте дойду до низа и к вам вернусь, чтобы одинаково сделать пройму. И точно так же с этой стороны, вот смотрите, где мы здесь заканчивали, вернее, начинали веерочки вязать, вот последние, где мы делали полустолбики с накидом, это где у нас заканчивается реглан, вот это место. Также и с этой стороны. Вот он, где заканчивается реглан. Вот он идет реглан. Вот здесь уже пойдут столбики. Полустолбики, вернее, с накидами. То есть делаем полустолбик, входим и вместе протаскиваем с накидом. То есть отдельно накид не провязываем. Это полустолбик так вяжется. И далее в каждый ряд по два столбика. Да? Вот сюда единственное, еще один надо вколоть. И делайте как на той стороне, чтобы было все аналогично. То есть симметрично надо поглядывать на ту сторону и делать столько полустолбиков, сколько с той стороны сделано. И остальное уже в конце перейти на обычные столбики. Ой, Няша смотрит на клубки и кричит. Очень сильно девочки надо повязать. Няш, я думаю, ты перебьешься. Итак, давайте сами продолжим, я к вам позже вернусь. Дошла до плотных рядов, вот эти 3 полосочки остались. И здесь уже пройдусь просто обычными столбиками, без накида, без всего. По 2 в каждый рядочек. Так, ниточка не хочет прямо. Тоже не затягиваем, чтобы ребеночку ничего не жало, да? Так. Вот по 2 столбика, то есть в каждую, теперь в сиреневую по 2 столбика. Можно прям под дужку, под эту. Раз. Нет, не нравится под дужку. Некрасиво, получается как дырочка. Значит, надо где-то влезать между. Так, и еще один столбик сюда. По 2 столбика в каждую вот эту полосочку. То есть в сиреневый ряд, вот это, мне надо еще один столбик.
Так, теперь в уголочек один надо. Наверное, пониже зацеплю. Вот так закрыть. И здесь теперь доходим до серединочки просто с этими обычными столбиками. В каждую петельку, в каждую косичку здесь уже все гораздо легче. Кошечка у меня разговаривает. Узелок я, конечно, сделала зря, я его распущу, он легко распускается, просто уберу потом тонким-тонким крючком. Так, последний столбик сделали, и в первую петлю подъема соединительным. Так, только не зацепила весь. Все, нитку отрезаем, и потом точно так же ее потом там внутри убираем. То есть вот здесь у нас вот так уперется. И тоже все это отпарить нужно. Точно так же аналогично делаем с другого рукава. Прям все симметрично. Смотрим на первый рукавчик и делаем точно так же на другом рукавчике. То есть видите, у нас все приятно получилось. Все красиво, все приятно и опрятно. Если хотите, можете пройтись вторым рядом, там, если хотите более какие-то объемные, ажурные там плечики. Я оставлю вот так вот, как мне вот так вот нравится. Более лаконично. Давайте самостоятельно сделаем с другой стороны точно так же. Итак, я доделала все рукавчики одинаково, чтобы было. Все проверила, все посмотрела, все четко. Итак, давай. И немного забежала вперед, провязала побольше, чтобы определиться, как идти дальше. Для того, чтобы с вами потом это все обсудить. Как видно, да, уже юбка получилась солнце-клеш. То есть приятная такая, приличная, и фалдит, и все у нее на месте, она легенькая, еще пол клубка у меня еще на месте. Итак, смотрите, точно так же я связала второй ряд, то есть поднялась на 3 воздушных петельки, те же самые действия, сделала 1, 2, 3 ряда абсолютно так же. Далее я вязала точно такие же по 2 веера, только единственное, между вот здесь вот между вот этими секциями, да, я делала 1 воздушную петлю. Потом стала провязывать по 3. 2 ряда провязала. 3-й ряд я делала тоже через воздушную петельку. Опять 3 вместе, ой, 3 столбика, 2 воздушные вот здесь, 3 столбика. 1 воздушная между элементом и опять этот элемент. Следующий столбик я уже делала... После того, как воздушная появилась, мы уже расклешили. После воздушной я уже делала 4 столбика, но первый и последний я делала в крайне вот в эти столбики. Вот в этот и вот в этот столбик в сам. А уже по 3, это единственное, что умещается у меня с этой пряжей, по 3 входит сюда в дырочку, и 4 столбик входит в соседний, в 2 ближайших. Потом пошло, значит, 4 столбика, потом 4, также провязала 4 столбика, между ними воздушные, это тоже расширение, вот это воздушное. И теперь уже провязала рядок по 5. Вот давайте по 5 теперь покажу. Все одно и то же, собственно, но тем не менее, давайте покажу, как провязать соседние столбики. То есть на свое усмотрение расширяйте, как хотите. Вот я показала, как я расширяю. Еще раз сейчас покажу. Так, вот где я соединилась, да? Довязав ряд, давайте покажу еще разок, довязав последний элемент, в петли подъема веерочка заходим и соединительной петелькой. Дальше передвигаемся вот к этому, ко второму столбику, нам вот этот второй столбик нужен. Сейчас тоже 5 будем делать, 3 будем сюда вязать, 4 в крайний и 5 еще вот сюда ближе к нам. Вот к этому столбику нам надо передвинуться соединительными петлями просто. Вот мы уже здесь. Из него вяжу 3 подъемных петли, 1, 2, 3, которые заменяют столбик. В соседний столбик, вот он, крайний получается, этот мы заменили петлями подъема, а вот в этот уже вяжу полноценный столбик с накидом. Получается 2. А 3 вяжу под арочку. 1, 2, 3. Между ними 2 воздушные петельки. 1, 2, 3.
центр опять подарочку 3. Раз, два, третий, четвертый, вот в этот в крайний столбик, в его вершину. Видите, как расширяется четвертый и пятый еще в один в следующий столбик, в самую его вершину. Вот таким образом получается 5 и 5. То есть я повторяю предыдущий ряд, единственное, теперь я еще добавляю воздушную петлю между. То есть здесь у меня просто соединялись столбики, а теперь я буду выполнять уже воздушную петлю. И снова вхожу раз, два, вот в этот столбик, вершину второго от центра. Вот она. Вхожу по две дуги, ну, за две стеночки. Самым обычным образом вяжу столбик, потом в крайний, это будет второй, и считаю, и три вовнутрь. Раз, два. Так, промахнулась, камеру не видно. Три. Две воздушные. Сюда же три столбика. Все то же самое. Вот у меня максимально входит 3. 4, если я сюда впихну, конечно, но будет уже некрасиво. Четвертый рядом столбик, прямо в вершину в его. Получается все ровно, аккуратно. И пятый в соседнюю вершинку. То есть захватываем по 2 от центра, по 2 столбика, и в них провязываем по 2, в их вершины провязываем по 2 столбика, а по 3 сюда внутрь, и все то же самое, элемент этот же оставляем, потому что нам в него опять входить. И вяжем так. У меня получается уже, еще раз давайте, 3 ряда я провязала просто по 2 столбика, далее 4 ряд с воздушной петелькой, 5 ряд по 3 столбика, шестой ряд 3 столбика, седьмой ряд 3 столбика и воздушные. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой ряд. Восьмой ряд уже 4, то есть захватила по одному столбику по краям. Девятый 4 и воздушные. Дальше идет 5, и теперь мы вяжем 5 и воздушные между ними. То есть вот таким образом снова расширяемся. И можете расширяться так на свое усмотрение, хоть до бесконечности. Давайте провяжем этот ряд и посмотрим, что дальше выйдет. Так, у меня 11 ряд закончился. Я сделала воздушную петельку последнюю. И в самый крайний столбик, в третью его подъемную петельку, делаем соединительную петельку. И снова проходим по косичке соединительными столбиками. Так мы делаем в каждом ряду до нужного нам места. Далее я буду вязать то же самое. То есть прибавок я больше делать не буду, потому что, посмотрите, у меня уже прибавок достаточно. То есть я теперь буду уже четко вывязывать клубочек. Клубочек остался небольшой, ну, где-то уже меньше половины, поэтому продолжаю его вывязывать. И в конце работы, когда нужно будет обвязочку сделать, мы уже с вами встретимся. Вы делаете на свое усмотрение, да, если вы не хотите такого плана, точнее, если вы вяжете на больший размер, да, и не обязательно делать вот столько много фал, да, то можно где-то остановиться вот в ряду 1, 2, 3, 4, 5, в шестом, вот выполнять просто по 3 столбика с накидами, да, и через 2 воздушные. Достаточно будет, ну, и будет платье и длиннее, то есть меньше пряжи уйдет, потому что на такое солнцеклёш пряжи уходит, конечно, значительно больше, да, поэтому ориентируйтесь, на кого вы вяжете, и, говорю, остановитесь расклешать в том месте, в котором вам понравилось. То есть я вяжу на свое усмотрение, вы вяжете на свое. Итак, встретимся позже. У меня всего получилось 14 рядов. Так, вот я дошла, последний веерочек, делаю воздушную и цепляюсь к первому столбику, где у нас было 3 петли подъема, в третью петлю подъема, да, которая нам заменяла столбик. Это мы делаем в каждом ряду. Теперь, хотите, здесь можно отрезать уже ниточку, как бы, и закрепить ее. Все. Как бы край может быть считаться уже, если вам достаточно, то можете уже как бы завершить. Но можно еще и обвязать.
Тогда таким же образом соединительными петлями проходим до того же второго столбика. Так, первый, вот второй. 3 воздушные петли подъема, заменяющий столбик. Так, в крайний, последний вот этот. То есть я 2 вот этих столбика задействовала. А, вот над этим я делала 3 петли подъема, а это сейчас над ним вяжу. Значит, вот у меня 2. Вот так вот я их заменила. И сюда внутрь вяжем просто 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, секунду. 6. Теперь опять в крайний, как мы последних вывязывали, последние ряды, и еще один крайний цепляем. То есть с обеих сторон у нас одинаково. 6 по центру и по 2. 6 в центре, 2 здесь, 8, 9, 10. То есть, как и в тех столбиках, только единственное, у нас не будет дырочки. Законченный вид вот такой придадим, и все. Кто хочет, может в центр 7 вязать. Но мне вот достаточно так будет. Я делаю опять воздушную петельку, снова накид, и считаю первый, второй столбик. И точно так же во второй. Сначала первый столбик делаю, потом ближний к отверстию, к нашей арочке. Вот они, 2 столбика. И уже 6 буду делать в саму арочку. 1, 2, 3, 4, 5 и последний. 6. Теперь вот они, 2 столбика в их вершину. В 1, это будет у нас 9 все вместе, и 10. Вот таким образом. То есть то же самое, как мы и делали предыдущие ряды наши, да, только теперь без отверстия. Вот мы не делаем 2 воздушные петельки между 3. Мы просто 6 вместе вяжем. Давайте продолжаем и заканчиваем просто ряд вот так. Итак, обвязали платье. Вот такой подол получается. Все фолдит, все как хотелось. Ну, все замечательно. Итак, давайте еще разочек пересчитаю все рядочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У меня получилось 14 рядов. За счет того, что они у нас очень широкие ряды, да, ну, в смысле того, что это больше, чем солнце-клёш получилось. Если делать поуже, то юбка будет длиннее. Это уже смотрите сами, конечно. А так, кто справился, те молодцы, значит, свяжете любую тунику для себя. Если умеете столбиками владеть, с накидами, значит, можно уже связать легкую какую-то несложную тунику. Всех поздравляю, кто связал. Всем легких петелек. С вами была Настя. Пока!